Испокон веков все истории и легенды рассказывали о вражде трех рас – людей, гномов и эльфов. Битвы за территорию были жестокие и беспощадные, а жадность рас не знала границ. Войны продолжались бы столетиями и, возможно, никогда бы не закончились, не появись общая угроза. Архилорд демонов собрал вокруг себя всю нечисть, чтобы поработить континент. Только тогда они решили направить свои мечи не друг на друга, а на общего врага. Объединенные силы трех рас... Сынок, не засиживайся за книгами допоздна, хорошо? Мы уже ложимся. Тебе тоже советуем. Бискас, ты проснулся? Спускайся вниз. Сейчас будем завтракать.